Сейчас скажу, куда. Иди давай. Чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться и стать затем ко рву спиной. И прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже сняли. Дядя, не осуждая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя трехлетней девочке в глаза. Чулочки тоже, и смятеньем на миг эсэсовец объят. Рука сама собой с волнением вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим, и кажется, он в землю врос. Глаза у моей дочурки в смятении сильно произнес. Охвачен он невольно дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не может. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочку, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если б дочка твоя вот так вот здесь легла? Ведь это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец, или ты зверь среди людей? Шагал эсэсовец Крым, с земли не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума мозгу отравленно зажглась. И всюду взгляд струится синий, и всюду слышится опять, и не забудется поныне.